Привет, меня зовут Капелька, а это таблеточка. Мы лекарственные формы препарата Мастагенон. Мы созданы на основе удивительного растения Витекса священного для того, чтобы помочь женщинам в трудные минуты жизни. Еще много лет тому назад врачи античной Греции использовали Витекс священный при различных гинекологических болезнях. Об уникальных целебных свойствах Витекса священного писал сам великий Гиппократ. Прошло много лет, и в 1958 году фармацевтическая компания Бионорика разработала, а в 1983 провела клинические испытания лекарственного препарата Мастагенон, основным компонентом которого стал Витекс священный. Так появились мы. Так началась история успеха этого лекарства. Мастагенон способствует нормализации гормонального фона женщины, что позволяет, в частности, преодолеть неприятные ощущения при предменструальном синдроме. Кстати, откуда он вообще берется, этот ПМС? Предменструальный синдром связан с колебаниями уровня гормонов. Если гормональный фон нарушается, начинаются разные неприятные проявления. А какие бывают симптомы ПМС? Существует более 150 симптомов ПМС. Основные из них – болезненные ощущения, напряжение, отечность молочных желез, головная боль, странные пищевые ощущения, плаксивость, агрессивность, депрессия. Чего только не бывает за несколько дней до начала менструации. Да, но такой синдром лекарств не напасешься. И лучше решать эту проблему комплексно. Конечно, когда в аптеку приходят женщины и спрашивают спазмолитики, обезболивающие, седативные препараты, незадолго или в период критических дней, специалисту стоит посоветовать им лекарства, которые воздействуют на саму причину ПМС, способствуя устранению гормонального дисбаланса. То есть нас. Ну что, будем действовать? Начнем со снижения гормона пролактина, чтобы устранить основную причину. А лечить мы будем комплексно. Мягко восстановим гормональный баланс. Устраним болевой синдром в молочных железах, поможем снизить раздражительность и тревожность. И вернем женщине психологический комфорт и хорошее самочувствие. А главное, мы же не гормоны. Да, препарат полностью растительного происхождения. В нем нет химии, поэтому у него минимум побочных эффектов, и он хорошо переносится. Вот что у нас есть. Витекс священный. Он способствует снижению уровня пролактина. Стеблелист используют для восстановления менструального цикла. Цикламен помогает при заболеваниях женской половой системы. Грудошник применяет при психовегетативных расстройствах. Ирис снимает нервное напряжение. А лилия помогает при мигрени. Зачем нам химия? У нас и так есть все необходимое, чтобы помочь вылечить ПМС. Дорогие женщины, относитесь к своему здоровью бережнее. И будьте счастливы без симптомов ПМС. Мастагенон – нежная забота о вашей груди. Способствует нормализации гормонального фона. Устраняет боли в молочных железах. Улучшает самочувствие в период критических дней.